Здорово, друзья! С вами Терминатор, и мы продолжаем проходить God Eater Resurrection. В прошлой серии мы выполняли... Подождите. У доктора Сакаки есть новые сведения об Арагаме Дредноутах, которых мы выслеживаем. Немедленно идите в его кабинет. Спасибо, сейчас сходим. Обычное задание. На прошлой миссии... Точнее, на прошлой серии мы выполняли задание на 13 сложности. Последнее было... Снежный светлячок. У нас тут еще осталось одно задание побочное. Венерина мухоловка. Давайте его выполним. Падшая Сориэль отъедается в старом городе, мешая проведению поисковой операции. Уничтожьте ее и обезопасьте территорию. Вступать в бой с магматическими зиготами и грозовыми вожрохвостами не обязательно. Выбираем это задание. Со мной пойдет... Сома, Кота и Алиса. Так, идем на задание. А, посмотрим, у меня аптечки. Все у меня куплено, отлично. Все, выдвигаемся на задание. Сейчас будем его выполнять. Так, ваша Сориэль находится справа. Сейчас мы будем ее уничтожать. Заодно можно убить и вот этих маленьких Арагами. Получай, Ваджрахвост. Ты здесь не вовремя. Наша команда тебя сейчас убьет. Еще и Зигота упала. Может, Зиготу лучше убить? Мы уничтожили Ваджрахвост. Материалы его забираем. А Зигота уже умерла тоже? Зигота уже тоже померла. Теперь осталось убить падшую Сориэль. А, ну она, в принципе, это... Она слабее эфира, поэтому... Проблем с ней у нас не должно возникнуть. Надеюсь, уже скоро откроется 14-я сложность. И потом уже пройдем игру. Уже наиграно 62 часа в эту игру. Просто 62 часа. Ведьмак отдыхает в сторонке. Хотя в Ведьмаке можно там больше 100 часов наиграть. Ты откинула меня. Ничего. Это все поправимо. Получай. Сориэль, ты сейчас не сможешь выжить. Мы тебя сейчас здесь уроем. Жди. Аккуратно. Почему я попадаю все время по защите? О. А, блин. Меня ударили. У нас остается 19 жизней. Ох ты, блин, я же... пули тратятся у меня. Куда бить? А почему все время попадает в защиту? О, защитный фартук мы разрушили. Это очень даже хорошо. Отлично, она упала. Она свои шарики выпускала, которые могут ядом ударить. Так, сейчас будет защита у меня. А, она даже не в меня стрельнула. Аккуратно, аккуратно. Ах ты, блин. Командную пулю мне дали. Давай сюда. У меня целых 3 пули есть. В принципе, если я вот так вот сделаю... Хопа. Есть, забрал. О, она еще упала. На, просто.
Вот это дамаг нормальный. Копье дамажит прям... Охренеть как. На. Своими же пулями в себя. Куда она? Она света боится. Ее надо светом бить. Так, секунду. Все, давай, погнали. У меня мои братаны, пока я отвлекся. На две секундочки. Мои братаны меня защитили. Падша Сариэль в ярости. Это, в принципе, похрену. Сейчас уже умрет. Стой, гадина. Я кому сказал? Ты куда побежала? О, втащила мне. Жизнь выпьем. Ой-ой-ой-ой. Надо еще жизнь выпить. И надо еще жизнь выпить. Ладно, думаю, пол хп хватит нам. Куда? Давай, уже падай, и мы тебя добьем. Есть, мы уничтожили Падшу Сариэль. Нам потребовалось-то 5 минут всего лишь, в общем. Мне кажется, это немного времени. Абсолютно фантастик. Ведьмин убор, ведьмин убор. Три ведьмина убора мы поднимаем с этой Сариэли падшей. Сияющий кристалл Оракула. Еще сможем успеть поднять вот этот материал. Оп. Жесть. Какая-то там, чего-то там. Задание выполнено на 13 сложности. Это было из побочных последнее. Ну, у нас, может, еще появятся какие-то. Кому там надо было? Алисе, тебе. Щит. Улучшатель в щит. Команда акробатов. Мастер быстрых пуль, выносливость. Вот, блин, в щит выпало. А щит-то мне уже нельзя прокачивать. У меня уже он на максимум прокачан. 20 тысяч дали, ни хрена себе. Купим аптечки. С нами хотел поговорить доктор Сакаки в лаборатории. Сейчас мы к нему сходим. Так, лаборатория. Понятно, значит, все-таки в секцию руководства надо идти. А куда делась Цубаки вообще? Привет! Мы только что обнаружили новый тип Арагами Дредноута. Два сигнала, один на лугах, другой в старом метро. В другой ситуации это была бы прекрасная новость, но, к несчастью, где-то рядом затаилась Нова. Нам нужно уничтожить обоих Дредноутов и забрать их ядра одновременно, до того, как Нова их сожрет. Однако есть одна проблема. Отряд обороны уже отправился разбираться со стадией Арагами, которая появилась неподалеку. Мы с Тацуми говорили о том, что делать с нехваткой людей. И мы решили попросить Аннет и Федерико помочь первому отряду. В ходе последних заданий они сильно прогрессировали. Я уверен, что они могут принести большую пользу. Я уже говорил с Котой. Первый отряд разберется с дредноутом в развалинах метро. Возьми Аннет и Федерико и вместе уничтожьте дредноута на лугах. Я рассчитываю на вас. Спасибо, братан. Ну, Аннет нормально, я ее прокачивал уже. А вот с Федерико я вообще еще ни разу не был в команде. Это может плохо сказаться. Так, ладно. Следующее задание. Доктор Сакаки мне все сообщил. Твоя задача как можно быстрее добыть ядро. Блин, сейчас. Так, следующее задание. 13-я сложность. Заданий здесь нету. Метель. Мы обнаружили невероятно сильную реакцию оракулов на равнинах. Ее источниками стали полярных Борахбора и Конга. Это Арагами средних размеров. Но по стилю они не уступают дредноутам. Питхимата охотится неподалеку. Устраните ее, пока она на вас не учуяла.
Получается, мы против троих. Так, давайте посмотрим личные способности. Аннет, у нее 800. Я ей на что-то копил. А зачем я ей усмиряющие удары первый и второй? Ладно, пусть будут. А вот рывок можно выучить. 800 стоит. Усмиряющие удары первый и искоренитель. Рывок выучим. Возьмем рывок. Так, сойдет. Федерико, у него всего лишь 100. У него автоблок всего лишь выставлен. У него 5 хп. Ловкость непоколебимый. Автоблок, снижение урона. Ладно, качнем ему снижение урона тогда. Так. Инвентарь. Лечебный шар, лечебный столб у меня есть. 3 на 3 получается у нас команда. Притхимата, Гбора-Гбора и Полярный Конго. Ух ты, блин, это карта такая. Полярный Гбора-Гбора, бейте его, давайте. То, что у него автоблок стоит, это очень, кстати, хорошо. Они, наверное, по очереди будут, или они по времени появляться? Надеюсь, эта миссия не такая трудная, что мы ее выполним не так... Короче, с первого раза. А то у меня были миссии, которые я не с первого раза выполнял. Кто это там, зиготы что ли летает? Ну-ка иди сюда. Ты чё, яйцо летающее? Откуда вы нахрен взялись только все? Ух ты, блин, меня прилетело. Ух ты, я умер, ни хрена себе. Аннет, спасибо, полечила меня, я не последил за своими жизнями. Куда столько? Да умри ты нахрен! Дредноуты, они, кстати, посильнее. Мы уничтожили Пачу Зиготу. Там вон еще одна летает. Есть еще Пача Зигота, одна умерла. Кстати, там появился Полярный Конго. Это, кстати, плохо. Надеюсь, Притхимата не появится. Только это Притхимата появилась, блин. Смотрю, здесь бой затягивается у нас. Они еще все дредноуты, значит они посильнее обычных. Блин, еще и Конго приходит. Я опять сдох, каким образом-то вообще? О, кстати, Гбора-Гбора уже мигает. Может, мы его убьем? Федерико сдох. Хорошо то, что у меня еще копье прокачано. И щит на максимум у меня прокачан. Мне надо полечиться срочно. Ах ты, блин, я опять сдох. Там и Конго пришел. Вот, блин.
Это капец, миссия нормальная такая. Придется в средней аптечке захавать. Пока по Гбора-Гбора постреляем. Он уже мигает. Патч Гбора-Гбора в ярости. Убить бы Гбора-Гбора, их уже останется двое. Рид Химата остается и Полярный Конго. Ох, ни хрена она мне вынесла. Я аж посидел немного. Федерико опять сдох. Так, аптечка. Да ёкарне! Грёбаная Притхимата. Надо Гбора-Гбора убивать. Чтобы он как бы не мешался, потому что мы уже... Гбора-Гбора сейчас умрет. Давай, поднажмем, убьем его. Да я сейчас сам быстрее умру. Отвлеките их. Я пока с Гбора-Гбора справлюсь. Давай, умри. Есть, падшего Гбора-Гбора мы все-таки убили. Амброзия Крио-Ящера, зуб Крио-Ящера, в принципе, это пригодится. Теперь кого нам лучше убить? Конго? Или лучше убить Притхимату? Можно, кстати, подраться таким образом, пока Федерико ее там отвлекает. Мы убьем Конго. Да почему я ему не продамажил-то ни хрена? А Притхимата уже сюда пришла. Я бы ее побил. У нее по ногам дамаг проходит стабильно. Убить ее намного легче. Конго бронированный. Стой! Да хрен тебе. Че он там жрет, что ли, сидит? Умри, Притхимата. Ах ты, блин, мне прилетело опять. От Конго. Миссии что-то какие-то бывают вообще легкие. Бывают трудные. Но это вроде не такая трудная. Уже мы одного убили. А рогами. Падшего Гбора-Гбора. Теперь осталось убить Притхимату. Три аптечки остается всего лишь. Да стой ты, блин. Ты задолбала бегать, не ты. Ух ты, блин. Притхимата, связь клеток мы ей разрушили. Притхимата в ярости. Когда она в ярости, у нее защита побольше становится. Федерико опять сдох, ты задолбал подыхать. Нахрен ты вообще со мной пошел в команду? Ух ты, блин, как автоблок-то не сработал. Притхимата еще до сих пор не мигает ни хрена. Конго это тоже такой мощный, в принципе, бронированный. Но
Но я думаю, мы с ним справимся. 101 хп. 658. 709 вообще. Давай. Крутилим. И получай. Так, предхимата там находится. Прием из рестлинга. От Гбора-Гбора полярного. Мазанул. Контратака. Получай. Аккуратно. Подхиливаемся. ...658 жизней. Стойте, предхимата хавает. Ах ты, блин. Аннет подохла. Да вы задолбали подыхать, блин. Ты чего убегаешь-то, блин, поганка? Надеюсь, мы эту миссию пройдем с первого раза, потому что я не хочу переигрывать миссии. Мне впадло уже, просто! Почему у них еще никто не мигает? Где вообще моя команда? Кота, Алиса, Сома нахрен. Почему я должен со всякими нубами ходить, которые не прокачанные вообще? Ну хоть Аннет прокачана, хоть я ее немножко прокачал. Она упала, так что... Продамаживаем ее. Она бешеная вообще просто, ублюдка. Я бы еще охренел, если бы тут я у Спита был. Ты задолбал. У меня аптечки так все кончатся. Да вы задолбали. Блин, теперь я тоже сдох. Командира лечи сначала. Блин, промазал пулю. Аннет никто не полечил. Предхимата мигать стала. Можно ее допивать. А можно бить макаку. Да блин! Ну похилитесь хотя бы шариком моим кто-нибудь. Ну ко мне Аннет бежит. Предхимату, что ли? Подохни нахрен! Фух, увернулись. Хорошо то, что мы еще Гбора-Гбора убили. Ах, Витарик опять сдох. Какого хрена сразу против троих-то бой? Стой, гадина.
кому я вообще попал? По мартышке? Да вы задолбали нахрен умирать уже, просто бесите меня! У меня что, жизни бесконечные что ли, нахрен? Тоже задолбали уже просто меня малявки эти. Тупые, я из-за вас жизни теряю. Федерико опять подох. Капитану тащить придется, как обычно. Блин, походу я эту миссию не смогу пройти, фак. Но сдаваться мы не будем, как в одной миссии. Хотя мы дрались до последнего. Ритхимату бы убить. Полярного конга мы уже просто замочим. Сдохни, говно! Подыхай! Суперцелебную таблетку схаваем. Где Притхимата? Никак не умирает она просто. Как ноль-то потратил? 900. Просто пулю просрал, можно сказать. Тише, 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 мартышка. Где нахер? У нас сейчас не с тобой бой. Умри, гадина. Убегает. Мочите мартышку. Я убью Притхимату. Капец мне круга делать. Она сейчас захилится же, блин. Выкуси. Капец, она уже не так мигает. Ты чё, скотина? Умри, козлина. Она уже опять быстро мигает. Немного она себе захилила. Главное, что рядом Гбора-Гбора нету. Гбора-Гбора. Конга, точнее. Гбора-Гбора уже давно нету. Я убью тебя, лодочник! Да ты чё такая живучая-то, блин? Есть, Притхимата повержена. Клык императрицы, проводник тепла, клык императрицы. Сейчас захилимся малюсенькими аптечками самыми. Пока мы не в бою. Так, остался Гбора-Гбора. Фак. Почему я его все время Гбора-Гбора хочу назвать? Его же Конга зовут. Остался один Конга. Стреляйте по нему, по мартышке этой. Мартышка тоже, кстати, уже мигает. Стой, гадина! Куда ты? Хобана!
Один Конг остался. Думаю, мы с ним справимся. Аккуратно. Аннет подохла. У нее уже 8 стойкости осталось. Блин, вы задолбали. Я что, один, что ли, должен против него потом сражаться? Берешь с собой в команду всяких малявок, которые даже драться почти не умеют. Аннет опять подохла. Не буду я тебя лечить нахер, буду один драться против него. Подхилимся немножко. Мартышка-то упала. Ну, полечитесь кто-нибудь. Тогда таким образом будем. О, так она уже мигает. Вообще капец по-жесткому. Есть, убили. Прошли миссию. Потратили на нее, правда, времени вообще до хера. Просто 20 минут. Естественно, заслужили. Троих таких Орагами победили. Так, сейчас мы возвратимся на базу. Через 5 секунд. Но мы успеем взять материал. Взять материал, спасибо. Задание выполнено. Сальтушка на память. Оба! Мы прокачаем Аннет, у нее больше, короче. Почему опять нету в копье? Железный человек? Я Тони Старк. Я железный человек. Ох, выполнили миссию, отлично. А с вами был Терминатор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.